Несмотря на то, что в республике сейчас осталось чуть более 40 тысяч карелов, среди них много активных и терпеливых. И о насущных непростых вопросах им известно лучше всех остальных. Нас осталось немного, и поэтому важно, чтобы карельский язык на сегодняшний день вот жил бы. Когда я пошла в школу и слышали карельский язык, учительница нас ставила в угол. То есть вот это и был запрет на карельский язык. Сейчас Карелия – единственная республика в стране, где у языка титульного народа нет статуса государственного. И это главная проблема. По мнению некоторых, карельский и вепский языки сегодня имеют мало шансов на выживание. Однако в 90-е годы о многом из того, что есть сейчас, могли только мечтать. За эти годы Карелия шагнула далеко вперед. У нас преподается национальный язык в школах, в вузах готовятся учителя. Принят закон о государственной поддержке карельского и вепского языков. Выпускаются периодические издания. Сейчас в республике работают 18 карельских организаций, которые добились того, чтобы в Петрозаводском государственном университете появилась кафедра прибалтийско-финской филологии. Вопросами карельского языка продолжит заниматься рабочая группа совместно с парламентариями республики. Анна Березина, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».